Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я вас приветствую в этом дне в программе «Хлеб на каждый день». Есть очень ценные выражения, после которых возникает целый ряд мыслей. И, конечно же, Библия – кладезь таких выражений, таких слов, за которыми стоит гораздо больше смысла, чем мы можем достать за один раз или прочитав, кажется, что ты уже все понял. А на самом деле, спустя какое-то время вдруг происходит озарение, и ты понимаешь, что там гораздо больше смысла. И сейчас я хочу сказать такое выражение. Господь показал пути свои Моисею, а сынам Израилевых – дела свои. В чем разница? Пути и дела. Если сегодня множество людей пользуются СМИ, радио, волны эфира, и мы с вами как раз ими же и пользуемся сегодня. Но кто смог их обнаружить? Кто смог сделать подобного рода передатчики? И когда-то Эдисону задавали вопрос: так долго или так много попыток, чтобы сделать электричество, что называется, обузданным, то есть чтобы оно стало светить всем. И говорят, 900 уже и более попыток, и все не увенчались успехом. Неужели еще будешь дальше продолжать эти опыты? Он сказал: да нет, почему вы сказали, что это не мои неудачи? Это всего лишь понимание того, каким путем мне надо ходить. А значит, у меня все меньше и меньше остается этих путей, которыми не надо ходить. И в конечном итоге я выйду на правильный путь. И сегодня я хочу вам сказать это слово. Не останавливайтесь. Если вы что-то делаете, и у вас не получается еще, но вы приобретаете через это понимание, что так уже не надо действовать, это тоже хороший опыт, это хорошая возможность. Поэтому Бог показал пути свои Моисею. Он показал одному человеку, но путь, по которому прошли миллионы. А остальным дела. Дела – это плоды, результаты этих путей. Поэтому если вы тот первопроходец, который может проложить путь для многих, то множество людей будут пользоваться вашими делами и плодами. Может быть, никогда не узнают о том, кто проложил путь, но а важно ли это? Важно то, что люди проходят там, где раньше не было путей, потому что кто-то его проложил. Будь тем человеком, кто прокладывает пути для населения. И поэтому я хочу сегодня вместе с вами рассматривать те пути, которые Бог показывал Моисею, посмотреть, почему он это сделал Моисею, но не показал народу израильскому. Одна очень важная вещь, связанная с тем, что пути прокладываются тем, кто берет ответственность. Кто ты сегодня? Человек, который постоянно видишь виноватых вокруг? Или тот, кто может взять ответственность и что-то изменить? Поэтому, если ты готов брать ответственность, то Бог положит на твои плечи эту ответственность. И вроде бы, а что хорошего в этом? Да хорошего в том, что ты сам первый проложишь путь. Откроешь Америку, откроешь еще что-то. Сейчас я говорю уже о континентах не в физическом плане только, а в тех возможностях, которые нам открываются уже в духовном мире. И поэтому будь тем человеком, кому Бог показывает пути. Тогда множество людей вокруг тебя будут насыщаться плодами. Ты будешь как то дерево, которое приносит плод во время свое. И для этого молитва. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что были такие люди, которым Ты показывал пути. И сегодня в наше время мы, живя на этой земле, хотим прокладывать пути для населения тем, кто еще рождается, тем, кто рядом с нами, но не готов брать ответственность. Но я благодарю Тебя, что Моисей – тот человек, который смог вывести миллионы людей, проведя их через пустыню и давая возможность им войти туда, что называется землей обетования. И я благодарю Тебя, что мы – те люди, которые знают Твой голос, чтобы земля обетования не осталась в стороне от нас, чтобы мы могли не только сами войти, но и вести туда людей. Благодарю Тебя за Твою помощь, водительство и за покров.
Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.